Сегодня у нас 16 мая 2015 года. Утром. Встали мы вот на Скворечнике в деревню Потеряевка. И вот вышли уже с утра поработать. Сейчас у нас 35 минут 6. Вот Игнатий, значит, отвязал шарика и идем. Палатки возьми, Никит. Вот Игорь Тычков, вчера на своей машине он привез братьев работать. Вот в этом году половину теплицы отремонтировали. Я тебе расскажу. Это первая землянка из пластов земли делали. По ней колышки забиты, а по ней тогда солома и глина и заштукатурили. А сейчас все это обвалилось. Тут зимовать можно было. Ну никто не зимовал, это мы до мороза жили. Это наши склады. Вот люди приедут, тут вот столы на складах. 1,80 м ширина, загляни туда. Почему? 1,80 м труд человека. Чтобы можно было спать. Со стола только все скинул и уже готово. Вот так. Там, где охолонину-то, вот это мы сделали барьер, из этого не убрали? Нет. Там работ много. Вот это вот чищаю, надо будет поближе, то тут ничего особенного нет. Но которое близко там около жилья, надо убрать. Застроить. Это Игорева тут скотина. Видимо, которая доится, не утром он берет их. Да. Вот так. А это вот овечки тут отдыхают днем. Видите, как мы все лишнее убрали, деревья отпилили тут свободно. Под проводами нигде, чтобы не было. Сейчас мы идем в лагерь. Давай до лагеря дойдем здесь. Попутно взяли шарика, потому что некогда. Витя уехал к себе. Он Гилевка, кажется, там, за Вяловского района. Отец в больнице, садить некому, уехал на мотоцикле на Ямахе. Там надо ему, как говорят, картошку сегодня посадить, я так понял, да? Да. Вот. Я попутно хочу сказать, вот посмотри, какая зелень, какое место благодатное. Глаз сколько хватает, вот по горизонту посмотри. Вон где там эти столбы высоковольтные идут. Вон туда, на ту сторону. На все четыре стороны сколько глаз хватает земля, чернозем. Вода недалеко, там, ну, не дольше 6 метров. Вот мы березки посадили. 10 штук. Сколько? 10. 10. А ну я думал 70 посадите. Ну мало. Ладно, полить надо. Мы садили-то сразу большие уже. Сейчас уже поздновато, опять пропустили. Это вот большая ограда была здесь, когда. Ну там ветеринары приезжают, коров сюда выпускают, чтобы они не ушли. Ну так постепенно разгородилось. Ой, шарик. Вот смотри, там что-то валяются-то эти. Столбушки? Не убрали. Вот. Мы сейчас идем в лагерь. Никите и Игорю Садякову дать работу. А мы пойдем в интересное место здесь, где бобры живут. Сейчас мы не взяли инструмента никакой, пилу, ничего. Только говорили сейчас и все. Ну, значит, попозже. Вон бобры-то на этой стороне живут, а лес далеко. Я думаю их взять на обеспечение. Деревья эти пилить и подвозить к ним ближе, чтобы иначе днем-то они не выйдут, а ночью ходить могут и собаки их повредить. Вот как. Бобры обыкновенные, но их никогда здесь не было. Это первый год они здесь. Здесь редкие птицы, удоды были, удод. Но надо знать птиц. Вот я, ребятишки сидят, уже спать. Так, ну а что спать-то? Выспаться. Я говорю, а вы видели, когда удоды? Нет. Но они не видят ничего. А он интересный, у него такой гребень, вот так вот, хохолок. Ну, чудесный, пестрый такой, красивый. Полет такой у него, неровный летает.
Ну, а я уже заметил, где он есть. Я этого удода тоже принес им. Показал. Они на картинке только его видели. Но эти годы удодов уже не стало. Тогда мы ничего не снимали. Можно было заснять. Это так красиво, как дети в руках держат удода. Ну, спроси в детском лагере, где они видели. Мы вот вчера приехали только. Сегодня ждем, воскресная школа должна приехать. Это из Московской патриархии, конечно. Тут других-то таких нету. А уже завтра должен приехать епископ Сергий Иванников. Он епископ. Но сейчас епархию нашего раздробили, это нашу алтайскую-то, на три. Славгородская, Бийская, Русовская будет. Мы к Славгородской, как бы, эта местность относимся. Но мы-то относимся к Русской Православной Зарубежной Церкви. Но у нас очень хорошие отношения здесь. И завтра епископ приедет сюда. Ну и это митрополия будет. А он оставлен здесь. И, видимо, он митрополитом будет скоро. А это они его в течение одного дня сделают таким. Вот. Показать это. Это вот приедут дети, пилить дрова будут. Мы сами себя обеспечим. Мы пришли к детскому нашему лагерю. И про все, это 43 года уже нашему лагерю. 43. Это больше полжизни. А вот посмотри, где столбы идут дальше туда. Вон там самый конец, уже не видать где, скрывается. Это в Корчино, откуда поступает энергия. Кажется, 10 тысяч вольт. А тут трансформаторная будка у нас. Вот. Это вот у нас тут работа. Сейчас вот будут делать, кельи мазать. Вот это яма для глины. Посмотри, какая большая. Да еще с водой она. Тут и воды можно набрать. Пожалуйста. Ну, вода есть, а глину, то вон она с боков, ее можно брать. Загорожено, чтобы скотина не попала сюда. Обеспечение безопасности. Так, дружок, давай-ка я тебя где-то не близко, иначе он запутается. Ну-ка. О, это не пойдет. Я вот сейчас вон туда под дерево подбежу. Надо расстаться с ним, иначе мы пойдем, он бобров наших напугает. Вот он как, вот это его место. Вот он метку сделал. Тут никакой медведь не подойдет. Узнает, что занята территория. Давай-ка сюда. О, да тут этого нечем это-то. Ничего тут такого нету. Он живо оторвется. Ну ладно, попробуем привязать. Надо вверху привязать, чтобы он не запутался. Вот он как. Ой, ой. Ну шарик. Да шарик знаменитый наш. Все, уходим. Это у нас бак. 1,5 на 1,5 метра. И метр вот. Вот получается что? 2,5 кубометра воды. Вот мы как этот сварили. Интересно, заказ был сделан. Или поставить незалеко. Да он вошел точно в березку, вплотную, вот оно как. Даже миллиметра нету. И с той стороны тоже дерево. Посмотри как, оно буквально въелось в него. Это вообще не придумаешь как. В Барнауле листы. Вот. А здесь уже приехал Николай Польбуев, уже сварил. И точно поставили. Вот оно не мешает никому. Это козлики, дети пилят. Вот у нас электроэнергия, там огромная ртутная лампа. Когда нас преследовали, они говорили, нет освещения. Да ну и не нужно, ложимся при свете. Встаем при свете. Вот это кухня, ее надо обиходить. Это вот самый знаменитый подвал. Он попадал в фильме. Там бревна были, их надо убирать было. Под бревнами открывался вниз подвал. Подвал выбрать, тогда стенка поворачивалась. И дальше коридор был. Светильники сделали. И дальше можно было молиться. Вот видишь, что здесь. Это наш лагерь, посмотри как. Ну, вам работа есть, Игорь, ты все знаешь. На палатку и выносите подальше. Пойдем дальше посмотрим. О, надо будет это, гавни еще один. На огородчике. А? Он это знает, Никита. Все. Это все столы нас будут прибитые. Вот видите, как наклонилось. Вот. Вот отсюда? Да, вот отсюда немножко. Тот конец? Ну да. Ну, надо что-то делать, подправить. Это очень плохо, иначе упадет. Ой-ой-ой, это у нас рисковое дело. Ну, это вот перья, видишь, в таком состоянии. А что оно, на прутиках?
Ничего-то больше нету, обмазано. Ну, опять подремонтируется. И видно будет. А этот по краю стоит прямо. Под край пошатнулся. Вот одну шиферину сломала. А? Шиферину одну сломала. Шиферину. Нужно еще достать шиферину опять покупать. Вот здесь детям, чтобы интересно было. Вот здесь стрелы. Стрелы. Это как Робин Гуды. Вот. Тут соревнования какие бывают. Видите как. А чтобы не ударить его, это стрелы с резиной. Вот она какая стрела-то. Видишь, как вот наконечник какой у ней. Какие они стрелы-то. Детям все интересно. Одно дело, когда на картинке смотрят, и вот натягивают и пускают. А тут, чтобы она не ползала, вот гвоздик, стрела на него, она имеет направление какое-то уже маленькое. Вот это вот три кельи. Виноград-то что, живой остался, нет? Ну да, почки пускаются, распустились. Все поднимать будут. Виноград даже у нас есть. А там что с этой-то нынче? Ягоды есть, клубника-то это? Виктория. Ягоды нет, еще рано. Ну ягоды и рано, я знаю. А там что это? Там садить что-то будут? Вон земля голая. А мы посадили уже. А что там? Салат и что-то, редиска. Ну все, мы сейчас пойдем на этот, мимо пройдем туда. Это самая старая, называется Мутаракань. Мутаракань. Видите, как вот все это? Ничего буквально. С той стороны там эта печка была сделана. Что я делал? Вон она, завалили ее, чтобы не было. Вон она, видно даже печь. И там проходит железный короб внизу. А труба с этой стороны. С этой стороны открыли. Вот она где выходит. Скворцы-то живут? Не приглядывался, не знаю. Вот у нас скворцов еще вообще в городе почти нету. Где-то там пролетит один и больше нету. Раньше было много. Стоит она нормально, не наклонилась, ничего. Да. Это тоже вот такая работа. Сколько? А это вот колокола. Вот так. Большой крест, это аналой, чтение Евангелия. Коротко сказать, чтобы пройти. Вот все надо убирать. Видишь, сколько тут листьев. Сейчас пока убирать, обрезали. А это тут уже забота другая. Вот. Турники. Это вот качели большие будут сделать. Вот они на это залазят, тарзанки-то, и раскачиваются. Но еще 4 тарзанки у нас там. Около Надежды Васильевны, когда детей много туда ходят. А здесь как вот батут, закопанные койки. И они на них становятся. Тут веревочки вот протянуты, привязанные, чтобы не упали-то, и скачут. А это вот футбольное поле, покажи где. А вон там поле, это копны, это уже не наше. А вон, видать, где лох, и там снег, видать. Видно, нет? Да, видно. Вот покажи. А вот если по столбам смотреть, то вон далеко-далеко там этот элеватор Корчинский. Покажи. У самом почти конце этих столбов, вон он там видится. Не видно, наверное, да? Можно показать. Ну чуть-чуть. Она сильно не приближает. Это Корчинская станция Корчина. Там. Вот. Заходи сюда. Посмотрим. Детям здесь интересно. Это вот называется разъезд. 75 метров. И они ходят по нему, дети-то на высоте. Однажды тут туман упал вечером. И они идут. Внизу не видать ничего, как по воздуху дети идут. А ребятишек много. А это колеса. Они по ним прыгают. А вот это вот рядом козлик, а там между ними заводится лошадь, и они с него садятся на лошадь кататься. Сейчас Павел-то уехал с лошадки-то. Надо же так, смотри, снег. Никак я не думал, что такая жара была. Ну там видно самый глубокий лох и много снегу. Там его 5 метров, наверное. Вот так. Ну все, пока. Дойдем там на месте, поснимаешь. Сегодня 16 мая 2015 года. Это мы находимся в деревне Потеряевка, Алтайский край, Мамонтовский район. Вон там деревня у нас. А это я нахожусь в лагерь Стан, православный детский лагерь Стан. Это наша визитка на нашем сайте. У нас еще форум есть, канал на ютубе есть.
Вот. И вот приехали братья и сестры тут помогать. Две сестры на кухне работают, обед готовят. И вот тут братья, один брат, вот Никита работает, листу гребет. О, вот Никита Колесников. Вот приехал. Так вот. Или все обшарпаны, надо будет замазывать, все заделывать. Вот. Сестра и брат Сергей. Сестра Галина, сестра, брат Сергей. Попались в кадр. Вот, на палатку складом. А Игорь, он раскладывает вещи. Сегодня гости должны приехать. Батюшка попросил матрасы, одеяло, подушки просушить для гостей. Слава Христу. Каждый год обновляем. Тут столбушки поменяли. Тоже сделали. На огородчике много столбушков тоже упало. Слава Богу. Все.